В Ухте 12 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья. Выплату, которая предоставляется по государственной программе, обеспечивая доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, можно потратить на строительство дома или на первый взнос или погашение долга по ипотеке. Размер от 30 до 35% от общей стоимости жилья. Всего в этом году в Ухте субсидии получат 18 семей на сумму более 41 миллиона рублей, половина из которых выделена из городского бюджета, а вторая часть – из регионального и федерального бюджетов. Приоритет на получение соцвыплаты у многодетных семей. Одна из – семья Зайцевых. Прекраснейшая, скажем так, помощь, ну, ситуация, потому что не все могут, скажем так, позволить себе зарабатывать и покупать квартиры просто так. Вот, поэтому, как только родился третий ребенок, обратился, скажем так, по... Ну, со всеми документами собрал, все, обратился и, соответственно, поставили на очередь. У нас была двушка. Сейчас мы купили в городе трешку. Вот, я очень рада, во-первых, что в городе. Конечно, сами мы бы не смогли, это очень большая сумма. Сертификат очень нам помог, и я очень рада. И рада, что так быстро все. Мы взяли ипотеку, вот сейчас погасим ипотеку этим сертификатом. Право на получение субсидии есть у всех молодых семей, полных и неполных, с детьми и без них. Главное, чтобы на момент включения в программу супругам или родителю было не более 35 лет. Всего же в 2024 году в Коми социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставят 43 молодым семьям.